час только, прям с поезда. Как час и с корабля на бал. Ага, 6 заводов объездил, 6 городов. Ну, как же, читал. В известиях и в правде прямо так и пишут. Известный токарь, многостаночник ВС Добряков посетил ряд заводов, где делился опытом своей работы на 3 станках. Прямо как про наркома посетил. О, как раз! Бойся, бойся, бойся. Да, а ты знаешь, Питер Симаков обогнал тебя? Как обогнал? Ну как же, работает на 3 станках и дает 600%. 600%? Про это тоже в газетах писали. Не читал. Как же, у нас прямо все ахнули. Даже Добряков, говорят, не мог, а вот он смог. О, как брат. Ладно, ладно. Чё? Да, батя, а ты знаешь, Витька Симаков, пока тебя не было тут, такой авторитетный имел, что его даже комторгом цеха выбрали. О! Ну и что же? Вообще-то, конечно, правильно, что его выбрали. Но уж больно он крепливый. Я, говорит, могу легко теперь его обставить. То есть тебя. Ну это мы посмотрим, посмотрим. И я говорю, посмотрим, посмотрим. А он, понимаешь, это. А я ему говорю, погоди, погоди. Вот Васька Добряков приедет, он тебе покажет. Вот, господи, батя. Чего? Что ты увидел, Вань? Вань! Вот она! Кто? Вань! Вань! Ребят, бросьте, ребят, ну что вы? Васюк! Варя! А я тебя ищу! А я тебя первой увидела! Варюша! Ой, Вася! Что ты? Отойдем в сторонку! Когда ж ты приехал? Сейчас только. Ну как ты тут? Ничего. Все танцуешь? Тебе же нельзя, Варюша. Нет, ничего. Доктора даже советуют. Необходимо движение. Движение? Пойдем сюда. А я так скучала, Васюк. Так скучала. Ты уехал и забыл. Скучала? А я что, веселил, что ли? Я вот езжу, все думаю, наверное, думаю, она там где-нибудь без меня. Я не знаю, как мы живем. На разных квартирах, в ЗАГСе не зарегистрированы. Ну, что это за жизнь? Зарегистрируемся, милый, зарегистрируемся. Теперь уже скоро. А, скоро, скоро. Выдумала пустяки. Нет, не пустяки. Мы же уговорились, Васюк, как только перейду в техконтроль. Последний танец! Пойдем, а то еще подумают, что ты за мной ухаживаешь. Ну и пускай думают, ведь ты жена моя. Ну ведь неудобно же, Вась. Да чего неудобно, чего неудобно? Ну я прошу тебя, Васюк. Ну ладно, ладно. Так вот, главный принцип работы на многих станках заключается в следующем. О, Вася, здорово, с приездом. Спасибо. Прежде всего нам необходимо... Ты все проработал. Ага. Прежде всего нам необходимо... Прежде всего нам необходимо потанцевать с Варей. А про работу, Вася, в другой раз поговоришь. Варюш, пойдем. Ну, ты же мне обещала последний танец. Пойдем. Ну. Вась, подержи, пожалуйста. Вот как нужно ухаживать, а то ты все про работу, да про работу. Ну,
А я все-таки обижаюсь на тебя. Неужели ты не могла отказаться? Может, я сам хотел с тобой танцевать. Ты, Вася, как-то странно рассуждаешь. Я же ему обещала последний танец. А потом, разве я знала, что ты сегодня приедешь? Я даже не чувствую, что я женатый. Это какой-то секрет да секрет. А другие думают, что я никто, что ты свободная. А я свободная и есть. Чем же я не свободная, а? Да я не про это. Мне просто неприятно, когда ты с чужими. Какие же они чужие? Они же комсомольцы. Все равно. Варюша, я как увижу тебя с кем-нибудь, у меня даже вот сердце не в порядке. Вот Симаков, например. О, Витька-то! Вот чудак! Да ведь мы с ним росли вместе. Все равно мне неприятно. Ревнуешь? Да не ревную, обидно просто. При чем тут ревность? Что ревность? Я? Ревность — это тень любви. Пройдет любовь, пройдет ревность. Это я в одной книге читала. А вообще ты, Васюк, выстраиваешь из себя какого-то феодала. Это очень нехорошо. Ты же знаешь, что я тебя люблю. Варюша. Не могу переехать к тебе, хоть завтра. Ну? Я уже перешла в техконтроль, значит, никаких преград больше нет. Варюша! Ага. Наталья! Стоп! Стоп! Подожди, Варюша! Подожди, Варюша! А ты не знал! Подожди, Варюша! Подожди минуточку, я пойду посмотрю, как мои старики. Ну что они? Кажется, ссорятся. Это как же человеку не стыдно. Старик, а туда же в артисты лезешь. Да чего ж ты, мать, некультурная женщина? Но разве ты можешь понимать, что такое искусство? Искусство — это полет, искра, фантазия. А ты понимаешь, что такое фантазия? А? Чего это? А ты так мне и скажи. Объясни мне, пожалуйста, что такое фантазия? А фантазия — это любовь. Понятно? Понятно. Ничего тебе не понятно. И главное, я тебе объяснить не могу. Потому что у меня для этого нет полного образования. Вот ты послушай. Вот я, скажем, токарь, играю в дракушки и изображаю комиков. И люди смеются. И главное, мне приятно, что они смеются. Я добиваюсь. А почему? Потому что я хочу, чтобы меня любили. Чужие бабы. Ну вот тебе опять 25. И... Сколько у тебя этой глупости, так ужас. Ну, зачем мне чужие бабы? А затем, все артисты ведут себя как холостые. И ты, когда в клуб уйдешь, все на свете забудешь. Ну, вот. Где Варя? Чего ты ее с собой не привел? Вместе к чаю попили. Теперь опять для нее разогревать? А как же я тебе ее приведу? Ведь она там с кавалером. Какой кавалер? Она тебе не родная, тебе и заботы никакой. А я Варя. Да чего ты дурака-то валяешь? Ну? О. Ну вот она. Возьми ее за руку за 20. Фух, какая тут у вас духота. Ну, родители, могу вам сообщить новость. Какую новость? Что случилось? Я выхожу замуж. А! Господи, боже мой. А за кого? Варюша, за кого? Да за кого? Ну, Варюша, ну за кого, а? А это военная тайна! Ну, а все-таки, Варюша, за кого? За кого? За кого? За одного интересного брюнета лет по 25. А мне 23. Ваша Добряко? А может, я не про тебя говорю? А про кого же? А про кого же? Ну, пусть про тебя. Значит, зять наш будешь, а? Выходит, что зять, дядя. По этому поводу полагается, а? Можно. Ну, залезай в окно, поговорим. По вашему растяжку. Что же, значит, я должен через вас страдать? Нет, это у нас не полагается. Наоборот, у нас должен каждый помогать друг другу. Друг за друга цепляться. Товарищ Добряков, вы, наверное, про него слышали. Известный токарь. Дядя, что делаешь, черт? Что ты делаешь? Экскурсия тут, экскурсия. Какая экскурсия? На этих уродов смотри.
Он ведь второй резец. Вася, полегче, полегче. Чего полегче? Вот так вот и работаем. Так вот и работаем. Помогаем друг другу. По-свойски, по-товарищески, без грубости. Что, что ты делаешь? Ведь надо головами. Куда ты, черт? Слушай, в таком случае мне не нужна твоя помощь. Что ты мне здесь за учитель нашелся? Ты, пожалуйста, пожалуйста. Я не надо. Дать, валя, работай сам, как знаешь. Прикол! Чего? Иди сюда! Зачем? Иди сюда! Ведь этот черт знает что. Его просили помочь как товарищ, он кричит, ругается, оскорбляет. А тут экскурсия, я краснею. Ну чего? Да нехорошо, Василий. Чего? Тут колхозники кругом, передовой завод, знаменитые люди. И вдруг такой номер. Да он... Ведь о себе много думай. Везде треплет, что меня обгонит, а сам даже решил заправлять не умеет. Ты, Вася, остатый разговор, ты говоришь? Виктор Радитарий 803 тебя уже обогнал. Ну, пускай обгоняет, я же не прошу его помогать, я сам делаю. Покуль, блин, ценище, смотрите на него. Он, видите ли, сам. Да сам-то ты кто такой, а? Ребят, кто он такой, вы не знаете, а? Кто он такой? По-моему, он не прав. Кто? Ты. Ну ты посмотри, Варя, ведь он второй резец сломал, вот видишь, смотри. У тебя, Добряков, есть эта черта, презирать товарищей. Я давно заметила. Уйди, Варя, ведь ты же ничего не понимаешь. И зачем ты суешься не в свое дело? Никуда я не уйду. Тут все понятно. Товарищ просит тебя помочь, а ты кричишь, оскорбляешь. Да, Варя, да ведь я ведь... Мы этот вопрос поставим на бюро. Да что, в самом деле? Да что вы на меня напустили? Видишь, какой суд устроил? Что я, педагог, что ли, какой? Я сам волнуюсь. Ну, иди, Виктор, сюда. Ну, пойдем, а то опоздаем, а? Вот смотри, видишь? Ну, вижу. Ну, смотри. Ну. Почему ты, Витка, такой, как девчонка, а? Ну, что я тебе сказал? Ну, нельзя ж так, Вася, ведь ты на весь цех кричишь. Не будет тебе уж заряд. Ну, иди сюда-то. На весь цех. У нас здесь все правильно, ну, да, правда? Управляйте, ну, да. Ну, так. Вот, а теперь чуть-чуть прибавляй, понял? Здесь. Ага. Ну. Смешно. Вот, а теперь вот назад чуть. Ну и дочек, черт тебя знает какой. Раздевайся. Что, опять поругались? Это с кем? Ну, с Витькой-то. А, нет. Помирились. Помирились? Ага. Хорошо. Варя. А ты сердишься на меня, а? Это за что? Ну вот сейчас тут. Я вас всегда говорила, что ты феодал. Ты феодал и есть. Ну ладно, ладно, вот опять ты. Ну так как же, Варя? Переезжаем сегодня, а? Я ведь за тобой пришел. А я готова. Вот собирайся, видишь? Уже? Вот здорово. А я думал... Что ты думал? Ты так понимаешь, глупость одну. Знаю я эту глупость. Эх ты, чертушка. Варюша. Живите, Варенька, дружно, не ссорьтесь, уважайте друг друга. Ну, хватит, мама. Ладно, ладно, мать. Вот ту сырость разводишь, и так дождь идет. Ну, ни пуха вам, ни пера, ребята. Смотрите на стариков, не забывайте. Заходите. Вы к нам, дядя Сеня, с мамашей, пожалуйста. А как? Пошли, вас. Мама, что ты там вышла на дождь? Пошли, пошли, мать. До свидания. До свидания. Вот, тетя, знакомься, это Варя. Да я уж сама соображаю. Да. Тетя, я Васина. Я знаю, Вася говорил. Так, очень приятно. Значит, невестка наша будет? Кажется, так. Ну, очень я рада, я очень рада. Я. Так, а по фигуре вашей замечаю. А? Раздевайся, Варя, раздевайся. Да, пожалуйста, очень я рада. Это я, Вася, все время говорил, женись, Вася. А то холостяцкой жизни она до добра не доведет. Это я. А квартира у нас просторная, с газом, с водяным отоплением.
Эх, тетя. Что ж я сказал, Вася? Я ж ничего такого не сказал. Что ж я такой сказал? Невестку Бог послал. Мелкий дождь шевелится едва, он проходит. Родная такая, из дождя вырастает Москва, всеми окнами сразу сверкая. Мы по улицам этим пройдем, посмотреть на счастливые лица, будто счастье обильным дождем пронеслось над нашей столицей. Хорошо, Василий Павлович, ты помнишь? Помню, помню. И какие найду я слова для огней, проплывающих мимо, если город волшебный Москва отразился в глазах у любимой. Варюша, любимая моя, жена моя. А ты хороший, Васюк. Я в тебе не ошиблась. И ты хорошая. Я тебя даже во сне всегда вижу. Знаешь что, Варя? Что? Давай вот так всегда будем жить. Давай. Чтобы никто никогда никого не сердил. Давай. А то вот я не люблю, когда ты с другими. Ну, опять эта музыка. Ты вроде как моя мама. Нет, я серьезно говорю. Вот Симаков, например, он на тебя как кот на сало смотрит, а ты его вчера защищать начала. Он был прав. Прав, прав. Я тебе муж, а не он. Что значит прав? Ну и разговорчики. Да за такое из комсомола могут исключить. Ну и исключай. А я не хочу, не хочу. Понимаешь, когда ты с другими, не хочу. Варюша, я ведь тебя так люблю, так люблю. А так ты, Вася. Ну чего ты нервничаешь? Я ведь не за Симакова замуж вышла, а за тебя. Бывают и такие. За одного выйдут, а с другими гуляют. Не говори глупостей. А ты меня не серди, я тебе муж. А я думала, что ты умный. А что ли, я глупый, что ли? Не глупый, но я думала умнее. Ну что это за слова? Я сказал, я муж, я. А ты меня не серди. Я когда серди, ты черт знаешь, что могу сделать. А что, например, ты сделаешь? Что сделаю? А вот. Допустим, я тебя бросаю. В ЗАГСе мы еще не зарегистрированы. Ведь никто же не знает, что ты раньше жила со мной. Как узнать, кто отец? Что? Что ты сказал? Я говорю, как в случае чего узнать, кто отец? Ой. Я отец! Варя, не делай глупостей. Нет, я пойду. Я пойду на прикол. Я не собиралась жить с дураком. Варя, ведь я же не сказал, что я тебя бросаю. Ведь я сказал, если бы, Варя. Куда же ты собираешься? Варя, неужели ты уйдешь, Варя? Нет, на прикол, я не уйду. Я не уйду. Я буду умолять моего супруга не бросать меня беременную. Я буду умолять повелителя усыновить моего ребенка. Я буду бессловесной женой барахольщика. Я буду! Варюш, ну зачем это, Варя? Ну что, ну успокойся, Варя! Успокойся, Варя, ну успокойся! Боже мой, что делается? Что делается? Да ведь я же тебе ничего особенного не сказал, а? Варя, ну что я тебе сказал, а? Ну что я тебе сказал? Как ты мог? Как ты мог? Варюш, ну успокойся, ну Варюш, ну что ты плачешь? Не плачь, ну что ты? Не думала я, никогда не думала, что все так получится. Ну ладно, ну что я тебе сказал? Ну чего ты дурака-то валяешь, а? Уйди! Варя! Варя! Варя, постой, куда ты? Варя! Варя! Варя, куда ты, Варя? Куда ты, Варя? Пусти! Варя, ну куда ты, Варя? Пусти, Добряков! Здесь холодно, ты простудишься. Варя! Варя! Очень не бежит. Машенька! Вася, ты же голый!
задумал? Не пугайте меня! Не пугайте меня, Васенька! Не пугайте меня! Вася, успокойся! Успокойся, Вася! Чего тебе? Вася, послушай ты меня, что я тебе скажу! Что ты ко мне пристал, тетя Вася? Вася! Не бегайте за ней, не унижайся! Она будет думать, ты слабой, всю жизнь будет на этой струнке твоей играть. Я женщин знаю, она никуда не уйдет. Побегать ты явится. Вот истинный бог заявится. Васенька, тебя наш в интересном положении. Куда ж ей деваться-то, куда? Тетя моя. Васенька, ну не надо, мальчик. У меня нет мужа. То есть как? Нет мужа. Так. Нет, и все. Вы меня извините, товарищ Лугина. Я не должна была вас спрашивать. Нет, ничего. Я очень сочувствую вам. Да. Мы, женщины, часто ошибаемся. Появляется мужчина, мы думаем, он хороший, честный, а он, оказывается, полное ничтожество. Неправда! Он не ничтожество, он хороший. И я любила его. И люблю. Так в чем же дело? Ну, понимаете, я не хочу, чтобы он мной командовал. Не хочу. И до чего ж ты, Вася, смешно рассуждаешь? Да по теперешним временам я даже над старухой своей командовать не могу. Она уборщица, 200 рублей получает. А знаешь, как она меня погонит в случае чего? А ты говоришь, Варя. Да Варя мастер, не хуже тебя. Я знаю. Да знаешь ты-то знаешь. Только ты плохо понимаешь, что к чему. Вот я, например, Вильяма Шекспира играю. Там из ревности женщину режут. И по тогдашним временам образованные люди. А я токарь, простой токарь. Играю в пьесе и удивляюсь на них. Какие дикари! Феодализм? Да, вот в том-то и дело, что феодализм. А ты, молодой человек, а позволяешь себе... Ты ничего я не позволяю. Да брось ты, пожалуйста. Ты что ты, дядя Сень, на меня напустился? Ревность, Шекспир, Отелло. А я тут при чем? Ага. Да, что я не понимаю, что ли? Да я понимаю, но не могу. Ты что, больна, что ли? Не больная, но не могу. Понимаешь, ты не могу. Ну что ж, не можешь, так не можешь. Придется, Виктор, отменить запрос. Отменять. Действительно, Варя. Ну, чего ты отказался? Ведь ты бы могла нам помочь, а теперь что выходит? Ребята обидятся. Ребятам ведь я не могу всего сказать. А тебе скажу. Что такое? Видишь ли, я беременна. Как? Ты что, вышла замуж? Нет. Не вышла. А как же, Варя? А? Это, конечно, не мое дело, Варя. Но все же странно. Кто же отец ребенка? Один гражданин, пожелавший остаться неизвестным. А, так. Так что значит? Желание отца и матери совпали остаться неизвестным? Нет. Мать известна. Я мать. Вернее, скоро стану матерью. Ну, так хватит об этом. Пойдем. Пойдем. Здравствуй. Лариша, здравствуй. Здравствуй, Петя. Привет, Самоков. Здорово. Я
я не Добряков. И неизвестно, кто кого обгонит. Конечно, он обгонит. Почему? У Добрякова бригада работает по точному расчету, а вы все на ура да на ура. Ну ты же известный их не патриот. Ничего подобного. Ну ясно. Я же ушла от них, мне теперь все равно. Ну да, 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 рассказывай, рассказывай. Ну серьезно, Виктор? Ну что ты, Варя? Ну вот сюда. Ну что мне Добряков, раз я от него ушла? Варя, ну мне-то ведь... Вася, здравствуй. 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 Здравствуй, Вася. Симаков, торпеда, давайте на старт. Иду, иду. Ну, ребят, я побежал. Всего. Счастливо. Желаю успеха, Виктор. Спасибо. Пошли, Добряков. Варя. Варя, я хочу поговорить с тобой. Отойдем в сторонку. Ну, говори. Варя, неужели ты будешь всегда так? Как? Ну, вот так вот. Ну, без меня. Да. Буду жить, как жила, одна. Ну, а ребенок, Варя? Ведь он же общий, Варя. То есть, как это общий? Это будет мой ребенок. Можешь родить себе другого. Пусть будет такой же, как ты, феодал. У ребенка должен быть отец. Какое же ему отчество в ЗАГСе будут записывать, а? Отчество? Ну да. А это смотря кто будет. Если девочка, значит Варваровна. А если мальчик, то Варварович. Смешно. Да ведь это же никто не разрешит. Ну это мы посмотрим. Посмотрим. Варя, понимаешь, я Варя, понимаешь? Ничего я не хочу понимать. Пойдем отсюда, а то еще подумают, что я с тобой какие-нибудь шашни завела. Пусть только подумают, я им... Ну, знаешь, ты... ты не очень. Поплыть на 400 метров! Стиль кроль! От команд участвуют! На первой дорожке Васильев Металлург, на второй дорожке Симаков Торпедо, на третьей дорожке Корешков Ким, на четвертой дорожке Казаков Спартак, на пятой Молчанов Водник. На старт! Внимание! Марш! Слабо, ребят, Симаков! Не мешай, Добряков. Тише, ребят. Что значит тише? Ну что? Эй, Витька, сапог, утонешь! Спасайте его, ребят, спасайте, а то он ко дну пойдет, утонешь! Мелкий ты, Добряков, человек. Ну, сядь, сядь и давай поговорим тихо и спокойно. Давай. Вот мы опять поссорились. А почему так, Варя? Из-за чего? И вчера ты убежала. А из-за чего? Из-за каких-то неудачных моих слов. Или, может, ты меня не любишь, а, Варя? Любишь? Это не имеет значения. Нет, ты скажи мне, Варюша, ну, ты мне скажи, ты меня любишь? Любишь? Ну, допустим, люблю. А зачем же ты сказала Симакову, что ушла от меня? Этого я не говорила. Не говорила? Нет. Ты врешь, ведь я же сам слышал, я не глухой. И зачем ты всегда меня обманываешь? Дурак, ты ничего не слышал? Мы говорили о тебе, о твоей работе, и Виктор даже хвалил тебя. Хвалил? Ишь, какой великодушный, он меня хвалил, а мне плевать.
Кто он такой, чтобы меня хвалить? Кто он такой, чтобы меня хвалить? Опять разыгрываешь, феодала! Ну, разыгрывай, разыгрывай! Но пойми, что мне это надоело. А тебе хочется, чтобы я был как Симаков, да? Хотя бы. Ну иди к нему, иди, беги к нему, спасай его скорее, а то он утонет. Я пойду туда, куда захочу. И никому, слышишь ты, феодал, никому командовать над собой не позволю. Варя! Варюша, будто обиженная, а? Я тебя просто таки не узнаю. Да ничего я, дядя Сеня. То есть как это ничего? Молодая ты, видная, а все у тебя что-то не клеится. Мне бы твои годы, да я не знаю, что бы я делал. Землю бы носом рыл. Ведь жизнь у нас какая. Куда хочешь иди, что хочешь делай, все открыто. Все понятно и никакого тебе тумана. Да, это верно, дядя Сеня. Тумана нет, все открыто. Но не все понятно, дядя Сеня. А что ж такое, Варюша? А вот я, молодая, ловкая как будто. Ну? Я знаю, куда мне идти, что делать. Я хорошо работаю. Иногда, думается, правильно живу. Меня даже учатся некоторые. Я советы даю. А вот кто мне сейчас посоветует? Где это? В какой книге написано, как быть в моем положении? Да, это правда. Что в книгах на этот счет почему-то умалчивают. Почему? Вот раньше писали про бедных девушек, которых бросали бесчестные соблазнители. Но я-то ведь не бедная девушка. И меня никто не бросал. Я сама могу бросить. И сама могу прокормить моего ребенка. И все-таки мне почему-то очень нехорошо. А знаешь что, Варюша, ты роди ребенка, роди. Мы вместе будем его нянчить, купать и так далее, а? Дядя Сеня. А если хочешь, я могу его скрыть. Будешь считаться, будто наш собственный, с мамашей, а? Зачем же скрывать, дядя Сеня? Нет, я не стесняюсь. Пусть. Я даже рада буду. Я ведь не об этом говорю. Здравия желаю, дорогой товарищ. Здравствуйте. Не можете ли вы передать роженице Варваре Лугиной? Кому? Лугиной. Вот. И пламенный привет. Погодите. Есть такая. Разрешите в таком разе поздравить вас, как счастливого папашу, с мальчиком. Да что вы, какой я папаша? Это странно для девицы, у нее муж имеет. Ну, уж это как вам угодно. Только у нас приказ. Велено, чтобы культурно. Ну и поздравления там и прочее. А откуда мне знать, кто отец, а кто не отец? Это верно, откуда знать. Курите? Благодарствую. Так вы говорите, мальчик? Он. И весит, скажу я вам, 3 кило 655 грамм. Ого, тяжеловес. Ну. А я этому парню вроде как бы дедушка. Да ну, а я думал, что вы папа. Папа ему есть у нас такой один на заводе, Добряков. Кто? Добряков! Добряков!
чего ты? Ты слышал, Варя-то родила мальчик у нее. И ты понимаешь, неизвестно от кого. Ты где? Как где? Ну где-то я тебя спрашиваю. Ну, обыкновенно на работе. Ну так работай, работай, чего ты сплетнями занимаешься? А думаешь? Слыхал? Варя родила! Тут, понимаешь, ребят собрали деньжат, купим какой-нибудь подарок ей. Она у тебя в бригаде работала. Ну, много даешь, мы так по пятерке, по десятке, а ты смотри сколько. Она у меня в бригаде работала. Ну-ну. Я давно на тебя смотрю. Ну, думаю, сейчас запорит. Вот и запорол. Пока я тут, нервы запорол. Да я не об этом. Я говорю, вялый ты. Что, случилось, что ли? Ничего не случилось. А что это к тебе, Симаков, подходил? Подходил, значит, нужно. А, все секреты, секреты. Если с тобой что-то случилось, ты должен с нами, с бригадой обсудить, чтобы мы знали. Но это вас не касается. Как это такое не касается? Ну, наши на всех пятно-то ляжут. Да не бойся, кума, не ляжут. Да я не боюсь. Ну, надо, Вася, чтобы у нас был порядок, как раньше. А то даже резцов не хватает. Вот насчет резцов, это ты, Костя, верно говоришь. Но я тебе сейчас напишу. Черт, это... бумажки нет у тебя? Ну, откуда же у меня бумажки? Что, я писатель, что ли? Нету. Подожди, у меня есть кое-что. В инструменталку. Прошу выдать резцов. Не приказано. Да, я на одну минуточку. У меня сейчас обеденный перерыв, папаша. Мне надо ей передать. А вам кто ей? Родственник? Ну, хотя бы родственник. Ну, родственники были, хватит тут. Да ты-то на минуточку, ну, говорю, мне погоди, же надо. Ну, как же погоди, не могу я, не приказано. Приказ такой есть. Вот ежели бы муж, то... О, а я кто? Муж. А вы как думали? О, тогда пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. А разрешить в таком разе поздравить вас, как счастливого папаша с мальчиком. Ну. Вес 3 кило 655 граммов. Поздравляю. Спасибо. Пожалуйста, спасибо. Пожалуйста, спасибо. Пожалуйста, пожалуйста. Что вы сейчас сказали, молодой человек? А что такое? Вы муж Вари Лугиной? Ну, муж, а что? Позвольте, позвольте, позвольте. А какая вам будет фамилия? Ну, Симаков, а что? И вы можете меня нахально смотреть в глаза? А что такое? В чем дело? И вы можете меня нахально в глаза смотреть? А что такое? А ну смотрите, смотрите мне в глаза, смотрите! Посмотрел бы я в ваши глазки, бабушка. Времени у меня нет. Вот, передайте это Варе Лугиной, а я побегу. Большое вам спасибо. До свидания. Дом здоровья. Шпион. Да, ну тебе в болото. Ну факт, шпион. Племянник мой, Вася Добряков, вот кто ей муж. А этого я совсем не знаю. А нам что? У нас приказ. Вельно поздравлять? Ну и поздравляем. А откуда мы знаем, кто муж, кто не муж? Эй! Вещь мою, тут хозяин. А-а-а! Чай с сахаром, Кузьмин.
Васильевич. Здорово, Костя. Садись со мной, чаевничать. Да нет, я по делу. Мне вот резцы надо. В обеденное время жрецами ходят, чаю не дают попить. Что это за порядок? А чай в инструменталке пить это порядок? А может, я не хочу зря столовой время провожать? Не хочу. А может, у меня время дорогое? Ну и у меня дорогое. Мне нужно до работы резцы раздать. Не дам. Ну, Кузьмич. Не дам и не дам. Потому не порядок. Не порядок. А? Ну ладно уж, ладно. А имей в виду, это для первого раза только. Другой раз лучи не приходи. Но. Нет, но. И не думай. Какие тебе размер нужны? 24 на 16 и 16 на 12. 24 на 16 и 16 на 12. Сейчас. 24 на 16. Дорогая Варя, вот уже какую ночь я не сплю, я прямо с ума схожу и сойду. Вот так фунт. Пусть я феодал, пусть я отелло, но я люблю тебя, люблю. Я много думал эти дни, много перестрадал. Я даже плакал иногда. Ай-яй-яй-яй. Делай, что хочешь, но только приходи обратно. Приходи. Вот в... тебе резцы. Давай сюда им заявку. А ты знаешь, Кузьмич, я раздумал. Дочка. Давай завтра. А то сейчас перерыв, обед, чай. Неудобно же тебя беспокоить. Нет уж, раз побеспокоил, значит бери. Кузьмич. Да давай сюда заявку. Кузьмич, я завтра, я потом. Давай сюда заявку. Я потом, я завтра. Дорогая Варя, вот уж какую ночь я не сплю, я прямо с ума схожу. Фу, черт возьми, с ума схожу. Я ведь хотел с тобой поговорить. Ну, что такое? Понимаешь, какое дело? Нам резцы надо. Ну? Не дашь ли ты нам взаймы? А чего вы инструменталки не возьмете? Ну, понимаешь, тут одно дело. Какое дело? Ну, тут резцы ты нам дашь? Нет, какое дело? Ну, ты можешь нам дать резцы или не можешь, я тебе спрашиваю. Ты чего так со мной разговариваешь? У тебя что, секрет какой-то? Да нет, секрета никакого а нет. А что? А ну-ка, сюда. Даешь слово, что никому не скажешь? Ну, даю, что такое? Поклянись. Да ну тебя к черту, в чем дело, говори. Ну, смотри, Виктор. Вот, Добряков случайно написал заявку, а тут такое, значит, я прям даже не знаю, что делать. Сказать Добрякову, он расстроится. В инструменталку отдать, его там насмех поднимут. Понимаешь, какая диалектика? Да. Вот и я говорю, да. Дела. Ладно, да? Резцы я тебе дам, так. Только в этом деле трепаться не надо, понял? Ну вот, он меня еще учить будет. Я ему понимаю, что он... Да я эти дела во как знаю. А я тебе вот что скажу. Не нужен нам в порядке чуткости к живому человеку вмешаться коллективным путем, а? Я вот тебе дам коллективным путем. А что? В эти дела никто не имеет права вмешиваться, понял? А вот что-то придумать нужно. Да? Кость. А, чего? Я вот боюсь, ты ляпнешь где-нибудь. Ну, клянусь тебе. Ну вот. Посмотри. Ну что? Завтра Варя выходит из родильного. Ну? Мы вечером к ней пойдем. Так? И Добрякова за собой потащим. Как будто мы ничего не знаем. Понял? Вот это здорово, а! Я вас, Варенька, до самого дома провожу.
Хоть вы, правда, и не признаете, что я вам родная, но мне приятно. Валюша! Очень дядя а? Теперь. Приятно. Ну-ка покажи, что там у тебя такое, а? Смотри. Ух ты какой, ты ведь вылитый, вылитый Вася. И глазки, и носик, и серьезный такой же. Ничего он не серьезный. Это больные, которые серьезные. Ну-ка, пойдем. Ну, пусть не серьезный, пусть не серьезный. Можно мне его до дому донести? Позвольте мне хоть до дому донести. Ну, позвольте, мне так приятно будет, так приятно. А мне самому приятно. Ну-ка, дайте-ка его сюда. Мы его сами как-нибудь доставим, а? Ну, как хотите. Ну, честь имею, кланяться. До свидания, Марья Ивановна. До свидания. Спасибо вам. Поздравляю с благополучным разрешением. С наследником вас. Спасибо. Всего навчего. Всего. Заглядывайте к нам почаще. Заглянем, как-нибудь заглянем. Милости просим. Слушай, Кабас, вы решили сегодня вечером всей компанией пойти к Варе. Пойдешь? Меня не приглашали. А тебе что, особое приглашение нужно? Ну, я тебя приглашаю. Ну, дома сведёныш тебя приглашает. Ну, а? Пойдешь? Приду. Так, Вася, слушай. Чего? Надо будет, понимаешь, почище приодеться. Да, да, Вася, обязательно. А то понимаешь это. Я да? Всегда чист хожу. Ты, Вася, уже уходишь? Ухожу. Угу. А я тебе, Вася, хотела что-то спросить. Чего еще? У вас там, Вася, есть такой Симаков? Ну, есть, а что? А вот что. Приходит этот Симаков сейчас к нам в родильный. Где тут у меня были нервные капли? Ах, вот они. Приходит он к нам в родильный сейчас, прямо к Варе. Да так прямо и говорит, пустите меня к ней, я ей муж. Я как это услыхала, у меня все тело затряслось. Стою и трясусь, вот так вот вся трясусь. А потом я деликатно Васенька ему говорю, ах ты сукин сын, племянник мой, Вася Добряков, вот кто ей муж. Зачем это ты ему говорила, зачем? А я и не говорила, Васенька, я не говорила, я только хотела так сказать. А этот Симаков так нахально кричит, а ты говоришь, мой ребенок, это мой ребенок. А родители эти самые его поддерживают. Правильно говорят, это его ребенок, это его ребенок. Врешь. Ты опять врешь, тетя Маня. Чего ж я буду врать-то на старости лет? Я его на руках держала, у него и глазки, и носик, все твое. А Симаков говорил, что это его ребенок. Вот крест, святая икона говорит. Прям как хозяин распоряжался. Где, говорит, тут мой ребенок? Врешь. Где, говорит, тут... Зачем ты врешь, тетя Маня, зачем? Чего ж я врать-то? На что это мне надо? Хотя похоже. Очень похоже. Как хозяин говоришь? Как хозяин, Васенька, как хозяин. И деньги собирал. И меня приглашал. Приходи, говорит, я тебя приглашаю. Интересно. Ну что ж. Пожалуйста. Вась, ну ты скоро что? Там уже все собрались, понимаешь? Я не пойду. Да ты что, заболел? Не хочу просто. Вась, ну неудобно же. Там Варя, ребенок, Симаков. И... Я не пойду к ней, не пойду, не хочу. Что ты ко мне пристал? Не пойду. Вот. Здравствуй, Варюша. Здравствуй, Витя. Поздравляю тебя с сыном. Спасибо. Здравствуйте, девушка. Да, здравствуй. Поздравляю, Варя. Спасибо, Миш. Ой. Здравствуйте, девушка. Да. Варя, поздравляю. Спасибо. Вот вам. Здравствуйте, девушка. Здорово. Поздравляю, Варя. Спасибо, Петр Иванович. Это раз. А это? Два. Твоему сыну. Спасибо. Здравствуйте, девушка. Здравствуйте. Я не опоздал? Костя! Поздравляю, Варя. Спасибо, Костя. Это вот твоему сыночку подарок. Ой.
Это что, Костя, у тебя осел? Осел, это лошадь. Что ты говоришь? А мы все решили, что осел. Понимаешь, Варя, Добрякова звали, но он почему-то не пришел. Лиза! Ну, не пришел, так и не пришел. Рассаживайтесь, ребята! Варя, садитесь! Садитесь, ну что ж вы, Варя! Варя, садитесь! Внимание, молодые люди, внимание! Сейчас мы вам покажем нашего... Ты знаешь, Вася, что я скажу? Чего? Мы это дело не должны так оставлять. Ребенок Вася наш, это на факте видно. И он вылитый ты. Мы его можем стребовать прямо по суду. Опять же, Вася, алименты. А зачем нам платить алименты, если ребенок будет у нас? А я, как фельдшерица, могу дать ему уход на полной научной основе. Уйди от меня, тетя Маня, уйди, уйди! Уйду, уйду. А знаешь, Варя, я сейчас пойду к нему и приведу его сюда. Нет, нет, что ты, что ты? Я поговорю с ним как комсорг. Не надо, Витя, не надо. Раз он так поступает, я не хочу его видеть. Да, ты права. Ну ладно, Варюш, тогда я пойду. Будь здоров. До свидания. Я зайду еще. Я провожу тебя. Пойдем. Дедушка, у тебя сынок есть, бабушка есть, мама есть, а папы нету. Феодал твой папа. Thank you.
Вася, иди-ка сюда. Че? Ну, как тут у вас, Добряков? Труба, Витя. Все страдает, страдает. Я думаю, Витя, что если ты его завтра на детали 508 причешешь? Он тогда совсем скиснет. Вас причешешь. Нет, я тебе серьезно говорю. Васька сейчас до такого градуса дошел, что на него даже смотреть страшно. У него только и на уме. Варя, Варя. А Варя о нем и думать-то не желает. Да ты брось. А ты что думаешь, Варя, легко? У нее ребенок. Да я ничего не думаю. Но надо, Витя, что-то такое сделать, чтобы они помирились. Я тебе как комсоргу говорю. А то такое квипрокво может получиться. А письмо у тебя где? Какое письмо? Добряковское. Где, дома? Дома. Вот возьми сегодня его и пошли. Кому? Кому, кому? Варе, балда. Варе? Ну, и понял, как получится? Нет, я глупый, я не понимаю. Я эту деловую как знаю. Ну, раз знаешь, вот и пошли. Здравствуйте, Евдокия Петровна. Здравствуйте. А что, Варя, да? Нет, у ее. Ушла она. Ушла. А могу я посмотреть? Наследника, что ли? Ага, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Ну что ж, издевайся, покажем. Смотри. Какой, а? Мой сын. Да, ничего себе артист. Есть на что поглядеть, а? Тесно только у вас. И воздуху мало. А для ребенка воздух это главное. О, это верно. Тесновато. А воздухом дышать он у нас на улицу бегает. На улицу? А? Простудится еще, холодно. А мы его в одеяло кутаем. В перинку. В перинку. По-настоящему-то он у нас должен жить. То есть у меня. У меня просторно, тепло. Квартира целая. Ну, это, Вася, как бы сказать, теоретический вопрос. По теории, конечно, ребенок обязан в отцовском дому находиться. А на практике этого не видно. Не видно? На практике получается какая-то морока. Морока. Какой малый, да? Ух ты. Ух ты, мой пузырь хороший. Может, чайку с нами попьете? Все-таки мы вам не чужие. Да нет, Евдокия Петровна, я не хочу. Ну-ну-ну-ну-ну, садись. Нет, здесь, я не хочу. Мать, наливай чаю, садись. Ей-богу, не хочу, дядя. Садись. Мы сейчас с тобой по рюмочке хватим. Пожалуйста. Спасибо, Евдокия. Да, вот как получилось. Я прихожу, а какие-то посторонние люди показывают мне моего же сына, как картину в кино. Да, это как у Вильяма Шекспира. Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить. Ну, я прошу меня Мавром не называть. Я ему родной отец, а вы тут вовсе ни при чем. А вот ты мне сломай стакан, сломай. Вот тогда мы посмотрим, кто здесь при чем, а кто ни при чем. У вас с вашим чаем. Подожди, мать. Янсень, на минуточку. На ми... По
Поди сюда. Ага. Ну, чего тебе? А? Вот дядя Сень передает сыну. Что это? Положи ему, пожалуйста, в кроватку. Чудак ты все-таки, Василий. Ведь он же грудной младенец. Он же еще не может кушать такую вещь. Ничего, пускай привыкай. А, это обязательно. А ты зверь, дядя Сень. Это я-то зверь. А ты просто как дурак. Ну, бросила тебя девица. Ну, так что же, по теперешним временам никто не гарантирован. Всякого могут бросить, и не ту позицию займешь. А ты уже и слюни распустил, и морда не бритая. Ну, как тебе самому-то не противно? Молодой человек, социализм строишь. Да, вот тебе хорошо говорить, а вот тут вот... Что ты? Он говорит, с тебя не сегодня, а завтра Витька Симаков обгонит. Да кто это говорит, что он меня обгонит? Да все говорят, весь завод. Ну это ж мы посмотрим, посмотрим, как он меня обгонит. Чудо. Ну так вот, Павел Иванович, я пришла к тебе как к народному судье. Замучился он, племянник мой, ночей не спит, худеет, думает. И все из-за аварии? Да нет, из-за ребенка. Ребенок-то ведь наш, Павел Иванович, ведь он вылитый, Вася. И глазки, и носик, и серьезный такой же, ну вылитый, Вася. Да. Вот тот и оно-то, что он, да. Ты бы как-нибудь тут разобрался бы, сообразил бы, как судья, по закону. Да как же это возможно? Захватили чужое дитя, и хоть бы что. Ну что ж я могу поделать, Марья Ивановна? У меня ведь формального права нет. То есть как это нету права? А для чего ж ты тут сидишь-то, а? Ишь, как он тут расселся, телефон поставил, портретов навесил, хитро пьет. Я прошу на меня не кричать. Я не кричу, Павел Иванович, я не кричу. Это у меня голос такой нервный голос. Мне даже через этот мой голос хотели из родильного дома погнать. Ой, батюшки, да он же весь мокрый и молчит. Сейчас, Варюшенька, мы ему чистые пеленочки достанем. Чего ж ты молчишь, а? Родителя молчаливый. Родитель тоже разговаривает, не любитель. У него нет родителя. Подержи-ка. Как это у него нет родителя? У него есть родитель. Есть у тебя родитель. Какой же это родитель, который ни разу не пришел посмотреть на своего ребенка? Что это? Кто это положил? Я тут без тебя приходил. Ну-ка, заверни ребенка. Это я положил. А кто приходил? Ну да мало ли тут у нас ходят. Значит, он по секрету приходил? Нет, не по секрету. А что он говорил? Да ничего особенного. Говорит, я страдаю. Он страдает. Знаю я, как он страдает. А при чем тут Симаков? Кто его просит влезать в чужие дела? Трепач он. Ну вот это, Вася, ты зря. Витька хороший парень. Он тебя, наоборот, очень жалеет. Он даже одно дело сделал в твою пользу. Какое дело? Ну тут одно дело. И вообще он жалеет тебя, что ты страдаешь. Я страдаю, он меня жалеет. Одно дело сделал. Какое дело? Ну вот это, Вася, я тебе сказать не могу. Ты понимаешь, Витька говорит, что ты для него сейчас не соперник, что ты как больной, что тебе лечиться надо. Кто больной? Я? Ага, ты. И он меня жалеет? Ага, очень. Он даже письмо послал. Какое письмо? Кому? Ну, кому, Варе. Варе? Ага, ему жалко тебе стало, что ты одинокий. Он и послал. Ах, ему жалко, что я одинокий. Ага, очень, очень, Варе. Ну, посмотрим. Вась, ты куда? Подожди мне, Костя, я сейчас приду. Подожди. Вась, ты куда? Посмотри. Ой. Прячься.
красоту наводишь? На свидание к Вале торопишься? Погоди. Ты чего кричишь? Ты доказал, что вы рыцаря себе выламываешь? Жалеешь, что я одинокой? Письма пишешь? Чтоб Варя сказала, какой ты добрый, чуткой. Сволочь! Я одинокой могу всю жизнь прожить. Я, может, сам не хочу с ней мириться, а ты лезешь. Чего ты орешь? Сядь, успокойся. Ты меня не сажай, ты меня не успокаивай. А то я знаю, что я могу. Ну! Ты меня только не пугай. Я тебя сам испугаю. Чего ты психуешь? А ты чего делаешь? Ты зачем в мои дела влезаешь? Какие такие дела? Чего ты кричишь? Варя, Варя, что случилось? А ты что, за Варю не ухаживаешь? Ухаживаю. Дурак ты. Пойми ты, что я Варю вот такой, вот знаю. Мы с ней на Усачевке вместе в песке играли. Для чего я за ней буду ухаживать, когда я знаю, что она тебя, дурака, любит? Это кто тебе говорит, что она меня любит? Это я говорю. Ну? Я с ней вчера разговаривал. Ну и что? Она места себе не может найти. Все о тебе думает. Я, говорит, его во сне вижу. Брось трепаться. Я не треплюсь. Чем мне трепаться? А только рад буду, если вы с Варей помиритесь. На вас обоих смотреть тошно. Ты извини, Виктор, я не хотел. Понимаешь? Извини. Ну ладно, ладно, Вася. А насчет письма это ты зря. Я не какой-нибудь дохлый сус. Я сам с ней могу поговорить. Вот сейчас пойду и поговорю. Стой! Ты куда? Как куда? К Варе. Что? К Варе? С такой мордой. А что? Да ты его хоть побриться. А, да, это... А ну-ка, пойдем. Куда? Пойдем. Погоди, что, куда? Понимаешь, неудобно получается. А. В гости пойдешь. А не брит. Ну-ка, давай. У них, видишь ли, вот в чем загвоздка. Добряков выстраивает из себя командира семейной жизни. А Варя говорит, мне этого не требуется. Я сама, говорит, командир. И алиментов, говорит, мне не надо. Ребенок, говорит, может и без отца существовать. Видал, какая оброт. Но это, по-моему, неправильно. У тебя, Семен, тоже есть такая легкость в мыслях. Как это так без отца? Кто это тебе с твоей Варей дал такое право? Видишь, вы какие гордые. Вам и алиментов не надо, и отец не нужен. А что ребенок скажет? Вы его спрашивали, как он, ребенок, на это дело посмотрит? Да он и смотреть-то по-настоящему не может, а не то, что говорить или соображать. А ты такую ересь буропишь. Вот, раз ребенок еще соображений не имеет, на его месте становится государство. Да что ты... Государство за него соображает, как для него лучше сделать, понял? Да что ты меня агитируешь? Я, может быть, больше забыл, чем ты мне можешь объяснить. Вот так же в одной пьесе. Ты мне, брат, пьесы брось. Я тебе могу на закон указать. Законы я сам понимаю. Я тебе покажу. Два стоит, я тебе про другое говорю. Я Ваську Добрякова больше Вани жалею. Понимаешь ты? Он хоть и виноватый, а я его жалею. Так... Ну, жалею, понимаешь? Да, да, видать, как ты его жалеешь, видать. Захапал чужое дитя, а теперь жалею. И как же это тебе, Марья Ивановна, не стыдно? Пожилая женщина. И туда же, где мужчины пиво пьют. А мне ваше пиво неинтересное. Я племянника своего пришла поглядеть. А гляжу ты, судью, пивом накачиваешь. На свою сторону, значит, совращаешь. Ух ты, бесстыдник. Ну, совращай, совращай, а я погляжу. Это даже очень интересно поглядеть, как народного судью совращают. Что же вы молчите-то? Испугались? Испугались, да? Жестокая женщина. Да,
беспокойный характер. А что Варя сейчас дома? Дома. Только я думаю попозже зайти. Она сейчас внука усыпляет. Расстанешься с гнездом своим тогда, но для меня останешься ты маленьким всегда. Гулять ты будешь с девушкой по улицам часы. Быть может, как твой дедушка, отпустишь ты усы. И, может, будешь токарем, веселым пареньком, а может, важным доктором, отважным моряком. Пошел. Ну и что? Ой, стоит как остолоп. Авария? Да она его не видит. Смотри, смотри. Не знаю я, не ведаю, и знать не суждено. Тебе я посоветую, мой маленький, одно. Дорогой честной, смелою иди и помни, мать. Вот что тебе хотела я, товарищ мой, сказать. Ты вырастешь, расстанешься с дом своим тогда, но для меня останешься ты маленьким всегда. Варя! Пришел сказать тебе. Ты холодный, Вася. Разденься. Хорошо. Я, Варя, пришел сказать тебе. Тише, тише. Разбудишь. Я, Варя, хочу сказать тебе. Ничего не надо говорить. Я все прочла. Что прочла? Письмо твое прочла. Какое письмо? А вот. Витя! Ну-ну. Она показывает ему письмо. Ну. Ага. А он? Сейчас. Витя! Ну? Смеется. Смеется, говоришь? Так. Ну что ж, Кость, значит, все в порядке? Пойдем. Сейчас. Пойдем. Ты имей в виду, дело все в Варе. Уж больно она гордая. Вот если ты ее уговоришь, тогда сразу все и наладится. Попробую. Хотя иной раз сердечный конфликт потруднее уголовного дела. Да будешь ты. Пошли. О, кто это? Вася,
Ваше право, Вася! Да подожди, да что ты вцепился-то? Почему? Я тебе покажу, почему! Ну, давай, Верка! Ты не очень, не очень! Отдай, Вася! Это не по закону! Подожди, что ты не кричите, разбудить можете! Я не позволю выносить детей из своего дома! Из своего дома! Подумаешь, какой у него дом нашел, феодал! Дядя Сеня! О, Варя! Что это у вас? Смотри, Варюша! Здравствуйте, Павел Иванович! Здравствуйте, Варя! Выходит, вы того? Выходит, что того, дядя Сеня! Ну вот, а мы с Павлом Ивановичем мирить вас собрались! А мы сами помирились! Да я вижу, что сами, это он! Ну что он, что он? Что он, что он? Говорит, потруднее уголовного. А они сами помирились. Спасибо тебе, дядя Сеня, за все, за все. Ну ладно, ладно, свои люди, сочтемся. А с тебя, Васька, как я понимаю, по такому случаю полагается. Ты ведь человек с деньгами. Я здесь не отказываюсь. Первый же выходной день приглашаю вас. И вы, Павлович, приходите. Спасибо, спасибо. Придет, придет. Он любит ходить по гостям. Приходите, Павел Иванович. Приду, Варя. Мы с ним вместе заявимся. Приходите. До свидания, дядя Сеня. До свидания. До свидания, Павел Иванович. Ну, будьте здоровы. А ты не ребята, только не ссорьтесь. Ну, что ты, дядя Сеня. Пошли, Васю, пошли. Ну, будьте здоровы. Будьте здоровы. Счастливо. 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 Что ты? Вот я иду и думаю, неужели мы и дальше так ссориться будем? Нет, нам теперь нельзя, у нас сын. Варюш, а как мы его назовем? А я уже назвала. Как? Иван. Иван. А отчество? Отчество Васильевич. Ну что ж, это для нас вполне подходящее имя. Да.